Следующий спикер – это Роберт Ермаков, сооснователь и директор компании 3in.com. Это сервис экспресс-платежи и хостинг в Беларуси. Давайте познакомимся. Зовут меня Роберт Ермаков. Я представляю компанию 3in.com, являюсь основателем и директором, и сервис экспресс-платежи. Значит, задумывались ли вы когда-либо над таким вопросом, сколько клиентов мы теряем, когда производим такие простые операции, как выставление счета, принятие оплат и работу с платежами? И для иллюстрации я вам расскажу такую историю. Недавно мой товарищ решил жениться. И нужно было срочно, естественно, все делалось в последний момент, нужно было срочно распечатать рассадочные карточки, знаете, такие для гостей делают. Вот. Ну, я нашел компанию, он попросил меня это сделать. Я нашел компанию, где это делается, сделал онлайн-заказ. Позвонил, сказал, что это срочно, значит, и что вы думаете, прошло 3 часа, счет мне так и не выставили. Пришлось срочно, очень срочно искать. Уже время поджимало, искать следующую компанию, вторую по счету в моем черном списке. И там все было нормально, заказ прошел, счет мне выставили, все как бы хорошо. Но проблема в том, что оплатить можно было только в банке наличными, либо приехать в офис этой компании, ну и, собственно, наличными заплатить. Времени, естественно, никакого не было, пришлось искать третью компанию. Наконец, в третьей компании мне повезло, счет мне выставили сразу же, да, то есть автоматически на электронную почту пришло уведомление, и я смог его оплатить по карте. Теперь давайте посмотрим на, такую ситуацию. Многие бизнесы, которые работают с B2C, с конечными клиентами, принимая оплаты, они сталкиваются с подобными проблемами. Что происходит в результате? В результате мы все теряем клиентов. Представьте, какая колоссальная работа была проделана для того, чтобы такого клиента привлечь. Да, то есть это арендовали офис, это наняли сотрудников, это обучили их. Наладили производство, да, сделали рекламу, наконец-то клиент к нам пришел. И вот на последнем шаге люди спотыкаются и не доходят до непосредственно получения денег. Как вы знаете, принятие оплаты – это кровь, скажем так, любой организации. Да? То есть если вы хорошо принимаете оплаты, хорошо работаете с платежами, значит клиенты очень легко, очень просто платят ваш адрес, а как известно, чем проще клиенту заплатить, тем больше вероятность того, что он все-таки вам заплатит. И давайте для того, чтобы понять, как вообще, к чему следует стремиться, как вообще должно быть, давайте посмотрим на идеальный процесс приема платежей. Здесь представлен общий, да, процесс примерно следующим образом строится. Это клиент обращается, значит, в вашу компанию, дальше выставляется счет, проходит какое-то время, клиент оплачивает, вам приходит уведомление об оплате, вы оплату принимаете, и дальше идет уже непосредственно оказание услуг и предоставление товаров. И вот в идеальном варианте у вас времена T1, то есть время между обращением клиента и выставлением счета, оно должно равняться нулю, да, это в идеале. Потом время между оплатой и получением уведомления о том, что вы получили оплату, оно тоже должно равняться нулю.
И время Т4, то есть время с момента, когда вы получили оплату, и до момента, когда вы начинаете доставлять услугу или продавать товар, оно тоже должно равняться нулю. Вот это идеальный вариант. Слово сказать, если вы очень быстро поставляете счет, то вероятность того, что клиент оплатит, она повышается. Поэтому у вас время Т2, оно тоже уменьшается. Да, то есть если вы работаете хорошо с платежами, у вас весь процесс достаточно быстро происходит, и вы таким образом повышаете производительность своей компании, своего бизнеса. Так, три проблемы, на которых хотелось бы акцентировать внимание. Это первое, это оперативное предоставление счета плательщику. Да, то есть важно быстро, вовремя предоставить счет. Это предоставление плательщику всех возможных, нужных ему и удобных способов оплаты. И третье, это оперативное получение сведений о том, что платеж был выполнен в ваш адрес. Естественно, на каждой из этих проблем происходит потеря клиентов. Но, например, если не вовремя выставили счет, клиент может просто не дождаться. Или он может уйти конкурентам. Естественно, вы здесь клиента потеряли. Предоставление всех доступных методов оплаты. Не секрет, что клиенты платят так, как им удобно. И мы должны обеспечить эти каналы поступления денег, эти методы оплаты. Следующее – это оперативное получение сведений о платеже. Если вы помните, раньше с принятием платежей от физлиц всегда были большие проблемы. Значит, люди платили наличными в банке, да, предоставляли квитанцию, надо было клиента тормошить, требовать от него. Пришли квитанцию. Вот. И, в общем, это было неудобно. Сейчас ситуация поменялась, люди перешли больше к безналичным платежам. И давайте посмотрим, что предлагается. Вообще, вот все эти три проблемы, да, то есть выставление счета оперативное, это многообразие методов каналов оплаты и, значит, оперативное принятие платежа, это все очень хорошо ложится на систему ERIB. Наверняка вы слышали, наверняка вы что-либо оплачивали через эту систему. Чем она интересна? Да? Тем, что она поддерживается на уровне государства, она республиканская, в нее входят все банки, 15 тысяч пунктов банковского обслуживания есть, да, и, в общем, люди имеют возможность оплатить реально везде. Это и интернет-банкинг, и мобильный банкинг, и банкоматы все, и платежные терминалы и так далее. То есть система действительно очень хорошо подходит для производителей услуг, для бизнеса. Учитывая вот эти пожелания и учитывая наш опыт в работе с клиентами конечными, мы создали сервис «Экспресс-платежи», который как раз-таки работает с системой ERIB и также предоставляет возможность принимать оплаты по картам. И целью создания сервиса было предоставить удобные инструменты для производителей товаров и услуг для того, чтобы быстро поставлять счета и быстро принимать оплаты. А людям предоставить возможность легко, удобно, быстро платить и таким образом способствовать повышению качества жизни людей, которые будут экономить время, связанное с оплатами. Подключение к сервису происходит достаточно легко и просто. Вы заполняете заявку или каким-либо образом обращаетесь к нам. Вам присылают список реквизитов, предоставляете нам указанные сведения, вам полностью готовят под ключ пакет документов, предоставляют по электронной почте, вы их подписываете, присылаете нам, дальше проходит техническая процедура подключения, и на выходе вы получаете доступ в личный кабинет и возможность сразу же принимать оплату по картам и по ERIB. Значит, весь процесс подключения занимает до 2 недель обычно на практике. Итак, давайте посмотрим, как же решаются проблемы, вот эти обозначенные мной. Первое – это работа в режиме онлайн.
Мы являемся официальным агрегатором системы ERIP, да, то есть мы имеем возможность подключать производителей услуг к этой системе, работаем в режиме онлайн, это значит, что с момента, когда вы выставили счет и до момента, когда он появился в ERIP, проходит ровно ноль, да, то есть он появляется мгновенно. И как только вы выставили счет, человек может прийти, например, в банкомат, сразу же этот счет оплатить. Таким образом мы решаем первую проблему. И также для удобства работы компании мы предлагаем следующие варианты. То есть это 5 каналов взаимодействия, 5 вариантов выставления счетов и работа с публичными счетами. Очень коротко я постараюсь рассказать про вот эти возможности. Если будут вопросы, вы потом их сможете мне задать. Значит, есть следующие варианты выставления счетов. Это ручное выставление в личном кабинете, это выставление в мобильных приложениях. У нас есть Android и iOS приложения. Это интеграция с API, это готовые, готовые плагины для популярных систем управления сайтами CMS. И также есть возможность работать без выставления счетов. В частности, это возможность удобна некоторым товарищам собственников, и также она удобна для благотворительных организаций. То есть, когда мы заранее не знаем, кто у нас плательщик, да, плательщик самостоятельно вводит сумму и сопровождающую информацию. Так, 5 каналов. 5 вариантов выставления счета. Это простой режим, расширенный, групповые выставления счетов, импорт и копирование счета. Простой, очень быстро вы можете выставить счет, указав минимальное количество параметров. В расширенном режиме вы можете запросить дополнительную информацию о плательщике. И также расширенный режим позволяет вам уведомить плательщик по электронной почте о выставлении счета. Я расскажу далее, это очень интересная возможность. Она позволяет вам принимать оплаты по картам без необходимости какой-либо интеграции с системой. То есть на самом деле вы можете вообще не иметь сайта, вы можете просто быть, например, репетитором или оказывать услуги консалтинга или заниматься подобной деятельностью. Если вы хотите принимать платежи от физических лиц, то вы заходите, значит, в личный кабинет, выставляете счет и далее проходит оплата. Чуть попозже буду рассказывать. Посмотрим, как это работает. Групповое выставление счетов, быстрое выставление для сразу группы клиентов. Импорт счетов. Естественно, возможно загрузить счета из файла, взять. Файл вы можете сформировать вручную и, или выгрузить из учетной системы, ну, например, 1С. Копирование счета – это выставление счета на основании ранее выбранного выставления. Так, публичный счет. Вот то, что, про что я говорил. Вы заходите в личный кабинет или можете в онлайне, в мобильном приложении это сделать. Формируете счет публичный, формируется ссылка при этом. Вы передаете эту ссылку вашему клиенту, причем канал передачи может быть абсолютно любой. Можете по электронной почте, можете по SMS, можете по Viber, можете в Skype и так далее. После этого человек переходит по ссылке и имеет возможность ввести данные карточки, оплатить ваш счет. Как я уже сказал, эта возможность, она уникальна в принципе. Я на рынке, мы не встречали еще компаний, которые так подобно реализовали. И она позволяет людям работать без необходимости интегрировать это со своим сайтом. Да, то есть вы сразу можете принимать платежи, как только вы подключились. Для компаний мы предоставляем также многопользовательский режим работы. Интересен он тем, что вы не ограничены в количестве пользователей, да, и вы очень гибко можете настраивать права и роли. Ну, в частности, например, бухгалтерия может только выставлять счета, отдел значит, продаж может видеть оплаты, видеть, что счет оплачен и так далее. Так. Теперь проблема номер два – это предоставить клиенту все доступные методы оплаты. И здесь, как нельзя кстати, да, система ERIP и карточки. Если вы посмотрите статистику, то более 95%
платежей совершается именно в системе ЕРИП и по карточкам, безналичных. То есть если вы возьмете вот, производителей услуг, да, любых, которые работают вот, с удаленными клиентами, и посмотрите их транзакции, то вы увидите, что более 95% покрывается вот этими двумя фактическими методами оплаты. Но ЕРИП при этом в себе содержит следующие каналы, вот они представлены, каналы оплаты. То есть в реальности это вся инфраструктура системы ЕРИП, и вы можете, ваши конечные клиенты могут использовать эти каналы для того, чтобы выполнять платежи в ваш адрес. Мы позаботились также о том, чтобы оперативно вы получали уведомления о том, что счет был оплачен. Здесь мы предлагаем 6 вариантов получения уведомлений. Вы можете видеть в личном кабинете, что счет оплачен. Вы можете получать уведомления по SMS, по e-mail, push-уведомления в браузере и в мобильных приложениях. И также вы можете, естественно, интегрироваться с API и получать уведомления, значит, через API. Теперь давайте поговорим про то, сколько это стоит. Да? Значит, мы пытались анализировать работу с нашими клиентами и пытались выработать какое-то такое интересное и полезное, и выгодное для них предложение. Мы остановились на том, что фиксированная комиссия, которую обычно берут подобные сервисы, она неудобна для конечных клиентов, потому что если обороты растут, а это неизбежно происходит при развитии бизнеса, то в конечном счете клиенты несут большие затраты. Мы же заинтересованы в том, чтобы бизнес рос, чтобы он рос вместе с нами. И поэтому мы придумали вот дифференцированный процент. Процент уменьшается с ростом ваших оборотов. То есть обороты растут, оплатите вы меньше. Ну, процент. Подключение бесплатное, абонентской платы нет, скрытых платежей тоже нет. Никаких. То есть все честно, вот здесь представлено. Как начать работать? Можете связаться, можете на сайте заполнить форму, можете подойти к нашему стенду и прямо на месте заполнить необходимые анкетные данные, вас подключат. Все, о чем я говорил, доступно в демо-версии. Вы можете зайти вот по ссылке и потрогать, пощупать, посмотреть. Все это вживую. Там все возможности представлены. Контакты. Вот. Все. Мне было очень приятно перед вами выступать. Очень хорошая публика. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Вот. Сейчас, секундочку, вам микрофон передам. Ну, да-да. Алло, слышишь? Да. Немножко не по теме вопрос. Вот, вы сооснователь сайта HBBuy, да? Да, это... Скажите, пожалуйста, вот есть ли в Беларуси бесплатный хостинг? Меня такой вопрос заинтересовал. То, что вот в России есть, например, вот интересно, вот есть ли в Беларуси бесплатный хостинг? Вопрос действительно не по теме. Коротко вам отвечу. Насколько мне известно, нет. И для того есть определенные причины. И законодательные, и экономические. Есть сервисы для конструирования сайтов быстрого, по-моему. Ну, я, честно, вот сейчас не могу вспомнить, как он называется, но есть. Но они не очень популярны. Вот. Если хотите, можете подойти к Куларам, мы пообщаемся. Рассказать. В России так и есть, да? У нас есть законодательные ограничения. Ну, в частности, например, согласно указу 60, регистрация «Булги» сайта. Спасибо. Да. Пожалуйста, еще вопросы. Так. Да, пожалуйста. Добрый день. У меня к вам вопрос по поводу вашего интернет-эквайринга, так называемого. Да. Если у меня клиенты, допустим, из России, то есть он работает только на местном рынке, я так понимаю, правильно? По карточкам оплатить могут только карты белорусского банка. Вы знаете, да, в настоящее время это действительно так, острые вопросы пошли. Но мы прорабатываем этот вопрос с банком-партнером, и я надеюсь, в ближайшее время мы это сделаем. Спасибо.
Да а кто ваш банк-партнер? А, вот это, к сожалению, я сказать не могу, я подписывал NDA, в котором указано, что мы не имеем права рекламировать или ссылаться любым другим образом на банк-партнера, к сожалению. Если хотите, подойдете, я вам по секрету шепну. Тогда не шепну. Пожалуйста, вопросы. Друзья, вопросы? Хорошо, спасибо. Если у вас, я надеюсь, вопросы остались, подходите, мы с вами пообщаемся и, значит, решим эти вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Роберт.